Так, давайте я вам покажу, где мы живем. Это вот бассейн нашего отеля. Вот наш отель, небольшой, называется Юрис Отель. Ребята, как вы, все нормально у вас? Да? Вот мы уже купаемся в банке. Смотрите. Тимураке! Дебил, давай! Чох! Давай прыгай! С этим? Мы сейчас находимся в Мармарисе, да? Мы уже два дня как здесь, сегодня мы вообще уезжаем, поэтому... В целом, если взять, два дня в Мармарисе было тоже запоминающе. Да, было да. Конечно, когда вы шабозом отдыхаете, без приключений не происходит. Вообще не происходит. Даже в Мармарисе он умудрился что-то, какие-то проблемы есть. Не проблемы, свою что-то оставить. Вчера мы гуляли и в клубе были, мы чуть ли не в драку влезли с шабозом, с турками. Я братана своего обидел. Худдубр, олдстасын, колдстасын. Реально будем говорить, город красивый, чистый, маленький, небольшой. Но море не так. Не так чисто, да. Не вот. Так чисто, да. Но в каждом отеле есть свой бассейнчик. Лучше, если вы хотите в центре, именно вот в хорошем месте жить, не надо издалека брать отели, надо брать ближе к морю, да? Да. Плюс еще один фактор. Здесь, говорят, народу меньше, чем в других туристических зонах. Так что, если вам нужно именно активный образ жизни, то есть толпа, где вы можете познакомиться с новыми людьми, ну, здесь не совсем лучший вариант. Да. Теперь, что, чем можно здесь заниматься вообще? Мы занимались вчера мы занимались парасейлингом. Да. Примерно цены, они будут говорить 200 лир, все такое, но вы можете смело уговаривать. Там было 300 цен. Да, вы можете смело их уговаривать на 100 лир, так что, чтобы знали. Может еще меньше. Может потом еще меньше. Обязательно возьмите свои камеры. Камеры? Вот, они вам что угодно скажут. Насчет того, что там намокнет оно или что-то потеряешь, нет, не беспокойтесь, берите свою камеру и фоткайте, потому что дополнительно нужно будет заплатить за эти фотографии, за видео. Если кто ищет именно ночную жизнь в Мармарисе, то смело можешь езжать в Бар-стрит. Да, после 12. После 12, да, потому что до 12 народа особо не будет. После 12 очень много клубов, там очень много баров. Вам, я думаю, интересно будет. Мармарис нам не будет хватать.